праздником и с апрелем необычным. Вкусно. Сейчас гитару подправим. Все такие сезонные песни о весне.
короче, вспомнила премьеру песни позавчера в клубе «Археология». И, в общем, сейчас еще и спою. Давно собиралась ее спеть. Тема химии меня давно волнует. Дело в том, что я вообще родилась в химическом городе, все это мне очень близко, и знакомые все мои синяки, мешки под глазами, это оттуда. В общем. Thank you.
останусь на земле. А мне нужна лишь малость. Несколько песен.
И вот такой я задумала вам сегодня подарок. Вот. Мы только учимся, для нас это все. Что-что? Три. В общем-то, такой большой опыт пения для зрителей и микрофон. Поэтому... Да. А сейчас прозвучит такая вот закличка весны, потому что уже вот надо действовать уже как-то. Хотя уже мы уже столько всего пели, и у меня фольклорная студия, и мы бесконечно поем, я начинаю занятия с заклички весны. Ну, молимся. На самом деле Пасха поздняя, поэтому весна поздняя.